Сегодня мы с вами собрались, чтобы через Россию сделать благополучной всю землю. Мы уважаем нашего президента, и человек силы не может не уважать ту власть, в которой присутствует. Нам очень важно, чтобы все решения в стране принимались должным образом. И мы понимаем, что силы должны помогать власти и помогать стране и, соответственно, земле. Сказать, что это не акция, а это круг силы. Акция все-таки у меня ассоциируется, когда люди ходят с плакатами, что-то кричат, да, и мало результата от этого. Это конкретное действие, магическое действие, направленное на то, чтобы улучшить качество жизни в России, на земле, и, конечно, помочь президенту, да. Поднимись величием силы России, направь пути Владимира Путина верно и правильно, через слово мое. Задыши, земля-мать, всеми сторонами обнимая Россию. Мы люди, которые имеют силу. Силу ведовства, то есть мы ведаем, мы глаголим, мы ведаем, мы говорим, как надо жить правильно. И поэтому этими словами, этим действием мы поддерживаем, мы говорим, мы призываем людей, мы открыты, и мы говорим о том, что живите, люди, правильно. Силы изначальные, обрати бедствие тем, кто зла России желает. Да воспрянет Россия и отойдет от боли, нищеты и бед. И грядущие дни раскроют России врата к радости. Воистину! Воистину!